На первый этап чемпионата России по ралли-рейдам были поставлены задачи финишировать без поломок. Ребята настроены были по-боевому. Все сделали правильно, проехали очень отлично, результаты очень хорошие. Трассы интересные, местами рулежная скоростная, местами медленная. Машина показалась отлично, готовили ее усиленно, усердно именно к этой гонке. Поэтому выдержал с честью и достоинством, никаких поломок не доставил. Очень качкастая дорога, очень жесткие, крутые повороты, спуски, подъемы. Даже настолько было местами узко, то, что цепляли двух сферами и правой стороны, и левой стороны автомобиля. Интересное было то, что когда на максимальной скорости на 150 входишь поворот боком, и с одной стороны страшно как бы, и хочется ехать быстрее, ну и получалось в принципе хорошо. Левый, четвертый бруствер на спуске. Первый раз я приехал на Северный Лёд, очень понравилось. Ну, так как у нас зимних гонок нет у нас в регионе, здесь я первый раз, очень понравилось. Организация, как по мне, хорошая.